Музей Аркадия Александровича Пластова посетил известный художник, иконописец из Сурского Александр Степанович Гордеев, ученик семьи Пластовых. О встречах с Аркадием Александровичем он вспоминает с особым трепетом. Тут была уже целая и наука, и пытка. Значит, я раскладывал этюды, так на койке. Аркадий Александрович сидел за столом, я показывал, он там говорил, там туда-сюда все. Потом, значит, вступал Николай Аркадьевич, это был педагог, он меня так это сам воспитывал, что у меня, наверное, с головы до пяток пот с меня. Потом Елена Николаевна вступала, это пейзаж меня. И вот портрет, там, композицию, она пейзаж, она так они меняются. Он соответственно, тоже потом говорит, ну, Колька, ну, ладно, вроде, ну, ты уж лишний вроде. Во время своего визита в Ульяновск Александр Степанович также провел мастер-класс по лепке глиняной свистульки с учащимися 2 класса лингвистической гимназии. Этот класс был выбран не случайно. В нем учится внучка ульяновского скульптора Василия Петровича Шеломова, с которым когда-то дружил Александр Степанович Гордеев. Ксюша Шеломова тоже, как дед, мечтает стать скульптором. Она показала свою тетрадку, куда бережно вклеены семейные фотографии. Одну из фотографий деда она подарила на память Александру Степановичу. Татьяна Васильевна, дочь Шеломова, которая тоже пришла на встречу, показала огромную свистульку своего отца и немного рассказала, как он стал скульптором. Творчески поставлять для войны тапки, во время войны он был маленьким мальчиком, это был он, потому что из глины, которая там речка текла около его деревни, из глины он вот эти танки лепил, и была какая-то у него вот потребность в связи с переживаниями вот этих военных действий, вот он начал лепить именно там. А потом со временем все это творческие вот эти мотивы, ему хотелось все это быстро не только показать и узнать, но он очень много трудился в плане образования. После 27 апреля в музее Пластова, как только завершит свою работу экспозиция Александра Степановича Гордеева, в этом же зале откроется выставка работ Василия Петровича Шеломова, одного из первых лауреатов Пластовской премии. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.